Кубок губернатора считается вторым в категории сложности российского теннисного тура, а значит, предполагает сильный состав участников. Рейтинг Игоря Тимошенко около 3000 очков. Он входит в состав региональной сборной, готовится к командному первенству России, оно пройдет в Уфе. Чтобы войти в число призеров, 15-летнему спортсмену важно показать хорошие результаты в одиночном и парном выступлении. Желтый мяч Игорь и его напарница Виктория Глотова разыграют завтра. Этот турнир очень важен для меня, это краевой турнир, должен показывать хорошие результаты, чтобы находить, быть в основном составе сборной. Это для меня очень важно. Для проведения турнира задействовано 5 кортов, 3 с профессиональным покрытием хард для спортсменов до 18 лет и 2 грунтовых для юных теннисистов. Разные покрытия, разные стили тенниса, соответственно, и количество очков теннисисты постарше зарабатывают больше. За первое место можно добавить к рейтингу 160 очков. Участникам очень нравится сюда приезжать, потому что это новая академия, которые проходили Олимпийские игры, то есть все условия созданы, и раздевалки, и душевые, и вообще очень комфортные условия. В таких комфортных условиях участники турнира будут играть еще 6 дней. Обладатели Кубка губернатора будут названы 4 октября. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.